Здравствуйте. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать такую вот информацию, что произошло 5 февраля 2020 года. Ближе к вечеру мне поступил звонок от знакомых. Ну, и было сказано, что Андрей, приедь, пожалуйста, к нам. У нас есть для тебя информация. Ну, я, естественно, поехал. Приехал, мы поболтали, мне показали то, что какая у них информация. И на следующий день, утром же мы, ну, в ночь уже не пошли, потому что, ну, ночью не захотелось. Ну, думаю, по-светлому, лучше по-светлому сходить на то место, где нашли останки. Останки типа Влада. Это могу сказать, эти фотографии, видео, все приложится к нашей группе, которая находится ВКонтакте. В общем, что я могу сказать? 6 февраля мы пришли туда на место. Сами прекрасно видели, где по фотографиям, где находились останки, фотографии, где кроссовки находились, плавали в ручье. А в 2 метрах от кроссовок лежала футболка под деревом. Представляете? Это вот так. Вот я не знаю. Место было не оцеплено, не осмотрено. Я не знаю, что там происходило. Ну, остатки костей, как всегда, мы собирали. Ноготь. Для чего мы это делали, я вообще не могу понять. Это должны следственный комитет вообще был делать. Но когда я увидел футболку, у меня просто шок произошел. Я, отец, ходил, еще ковырял, выковыривал, как раз мороз чуть-чуть прошел. Она замороженная была, под деревом, скомканная футболка. Я приехал домой, разморозил ее в бане, чтобы она не в воде, естественно, а чтобы она отошла в естественной среде. И это футболка Влада. Ее мать опознала. Я фотографии ей сразу отсылал. Я, конечно, в шоке. Я собрал футболку, землю, в которой, ну, листва, вот это, в чем была футболка. Она, я еще могу, вы фотографию увидите, там мы приложим в группу. Там видно, эта футболка. Если присмотреться, она видна. И она не просто лежала там, какая-то рваная, еще что-то. Она скомканная, она в хорошем состоянии. Такое расстояние пройти ночью и не порвать футболку, вот здесь вы меня не переубедите, это бесполезно. Я живу в Демидове с рождения, я по лесу гуляю. Я знаю, каково ночью пройти, а еще и пьяному добавок. Нет, ребята, это бесполезно. Просто мы ждем. Вот уже год почти, год. Через пару дней уже год будет. А мы ничего не можем узнать. Просто нет уже сил терпеть. Мы все терпим, ждем чего-то. Вы тоже должны знать правду. Мы ее отнесли. Я ее отнес в Следственный комитет, естественно, с землей. Все отдал, зафиксировали то, что приняли. Все опечатали. Все под подпись, под фотографии. Все как полагается. Но число, не помню. Это число, наверное, было, по-моему, 12 февраля. Точно не помню, вот что-то вот это вот число. И на данный момент ничего, никаких результатов. Мы все ждем. Мы уже год чего-то ждем, и все. Нету никаких ответов. Я не поверю. Я не знаю. Я, наверное.
Не знаю даже, как это сказать, но я не поверю то, что он ночью в состоянии вот этого непонятного, пьяный или под чем-то, опять же, или я просто говорю, и он добрался сам до туда, увидевший вот кроссовки, я на опознание ездил, я кроссовки видел, ездил, потом вот эту футболку его достал же, ну, я ее разровнял, я ее посмотрел, она в идеальном состоянии. И по лесу пройти, не порвать футболку, да быть такого не может. Я не поверю, в жизнь Бог, знавший лес и сам ходивший. Я сколько проходил, я и падал там, я и что. А здесь все в идеальном состоянии. Выходит, что? Он шел по дороге. Да если бы он по дороге шел бы, он бы кроссовки у мочиженных бы зале потерял бы. А если он как шел по лесу, да по лесу он бы уже через 500 метров себе глаза выколол. И мне доказывают что-то, что он сам до туда дошел. Так идите ночью сами там пройдите, без фонариков, без всего. Мы когда ночные поиски были у нас, мы отключали фонари, мы на месте 3 раза крутанули, все, мы уже заблудились, мы уже падали, специально проверяли. Извините, это просто эмоции уже нету. Терпения, наверное, уже нету. Просто устали, нету никакого ответа, нету ничего. На этом, наверное, все. Фотографии, видео, все будет приложено. Делайте выводы, как это все было собрано, как это все велось. То, что я, отец, ходил, родной отец ходил и выковыривал это все. И еще люди, просто люди ходили, они поняли то, что когда следователи там побыли, и они узнали, что еще там кости остались. Они, естественно, пошли еще посмотреть, как следователи. Но там единственное, они ходили и смотрели, может там зверь, может еще что-то, где-то что-то стороной, кругом обойти, поглядеть. Может медведь приходил, ну это, ну... Просто люди сами по себе пошли поглядеть, потому что не доверяют, не доверяют. Они как поглядели, что останки, кости оставались, то какое тут доверие может быть? У меня, наверное, все пока. Просто внутри все колотится. Спасибо вам большое, то, что нас поддерживаете, то, что вы с нами. Любую информацию, которая на нашем канале, это стопроцентная информация. Не надо там слушать кого-то, что-то, где-то. Я там услышал, там дядя Вася мне сказал, дядя Толя не договорил. Не надо. У нас информация стопроцентная, проверенная. Вот это будет приложено. Там будет видео и фотографии. Это будет все приложено. Вы сами посмотрите и оцените, каково это. Спасибо большое. Вот он, Витков, пожалуйста. Вот он скомкан, вот он кусочек, видишь? Вот четко видно, вот он. Привет. А теперь, Дима, сними вот это. Приподъем и на ручей. Это буквально 2 метра. Метр, 2 метра, где плавали кроссовки. Ну вот надо капать. Когда взяли взять кипяток, который у нас. Не, попробуй, наверное, она может потянется с этой стороны. Возьми. Например, шея. Если покопать, может еще что-нибудь. Вот она тут вот. Разрыв у нее не разрыв. Ну да, теперь. Дагестан пошел, блядь. Дагестан пошел, блядь.
Попробуй, она может припадать на сану. Если попробовать потянуть. Не, она не рвется, она тонет. Футболка синтетическая, интересно. Должна, да. Вот так вокруг. Ой, все. Футболка как будто скомкана. Угу. Как будто вот ее смяли и бросили. Не, надо тут аккуратнее. Рваная вот она, если не рваная. Все рядом. Кроссовки рядом, футболка рядом. Да, да. Все рядом. Вообще эти коцели с отнянкой были, я не отдавался. Да. Не порвались они. Здесь, правда, надо было лопату брать. Видишь, там бы тоже покопать. Ну. Сейчас я попробую пальцами вот так вот сделать. Вот. Фух. Что мы видим? А пока мы ничего не видим. Ее надо отогревать. Но то, что это футболка, по-моему, это факт. Да. Сейчас она замерзшая. Мы ее сейчас заберем, немножко отогреем, выпрямим. И тогда дальше снимем, покажем, что мы нашли. Все, идем, включаем.